Путин не увидел крамолы в угрозах Кадырова. Президент России уверен, что никакой фронды нет. Все граждане России могут иметь собственное мнение по поводу внешней политики своей страны, в том числе руководители регионов. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает слова главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности выступить против России, если та поддержит официальные власти Мьянмы в конфликте с мусульманами Рохинджа. «Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль». Что касается мнения граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение вне зависимости от его должностного положения, сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Что касается руководителей регионов, подчеркнул Путин, то это тоже в полном объеме касается их. Но я вас уверяю, здесь никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться. Все в порядке, добавил президент РФ. Как сообщал корреспондент НЕТ накануне, Рамзан Кадыров пообещал выступить против России, если власти поддержат нынешнюю ситуацию в Мьянме. В Грозном прошел масштабный митинг в защиту мусульман Мьянмы. По материалам сайта news.com.